пока сейчас, в данное время, 1100 голов. Здесь германские технологии. Доится сразу 36 коров загоняем. Потом каждая корова где-то 4 минуты доится. 560 голов в течение 2,5 часа заканчивается. Доим в сутку 13 тонн молока, жирностью 4,1%. Сдаем молоко в Жельси, принимает молочный этот завод. Біздің қазіргі өндіріп атқан сүтіміз күнде 13 тонна сүт шығарып атырмыз. Қазіргі өндіріп атқан сүтіміздің сапасы өте жоғары, плотнысы 1030, майлылығы 4,5-4,7 дейін бірі. Жейлсемен жұмыс істеп жатқан бізге өте ыңғайлы бір жағынан. Ол кісілер жаңағы өзінің лабораториясына әкеп қойып, осы жерде көрсетіп, сүтті тексеруге мүмкіншілік жасап берді. Содан кейін өздері бізді как өздерінің жаңағы шаруашылығы сияқты бізге сондай немен қарайды. Біздің сүтімізді уақытында алып кетіп, бізге керекті нелерді жіберіп отырады. Керек кезінде сол сұраймыз. Бізге мынандай қондырғылар керек, тағы басқа нелер керек, насос тағы басқа, сол жақтарынан кішкене өздерінің көмектерін беріп отыр. GLC зауытына қазіргі жіберіп атқан сүтіміз 12 тонна, қазіргі алып кеткен КамАЗ, мысалы КамАЗ бөлігі 12 тонналық күнделікті келіп сол мекеме алып кетіп жатыр. У нас на ферме имеется 4 робота производства компании «Деловаль». Каждый робот где-то доит около 80 коров. С роботов мы получаем экологически чистое молоко без антибиотиков, без всяких гормональных и т.п. и прочей примесей, потому что робот на начальной стадии проверяет, делает анализ, экспресс-анализ, и уже принимает решение или отправлять молоко на выпай к утилятам, или в канализацию, или уже в танк. Около 400 дойных коров у нас. Получается где-то 100 голов на один робот у нас нагрузка идет. На сегодняшний день мы ежедневно где-то в компанию GLC поставляем около 9 тонн молока. Вот сегодня мы где-то 8,5, ну 9 тонн мы сдали.
2016 жылы бұл ашылған бұл ферма. Соң алғашқы біз бұл малдарды Симментал породасы бұл 2016 жылы алып келгенбіз Германия мемлекетінен. Қазір бұл сиырлар күніне 23-24 литрден сүт береді. Майлығы 4-1, 4-2. Қазіргі таңда бізде 1500 малымыз бар. Оның 410 басы сауын сиыр. Автоматтандырылған жаңағы елочка деген бізде аппарат бар, сауын аппараты. Күніне 3 рет сауамыз. Таңғы 4-1 сауамыз. Түсте сағат 12-де сауамыз. Және кешкі сағат 7-де сауамыз. Онда жаңағы 4 даяркіміз бар істейтін сауыншымыз. Солай сменмен жасайды. Айлықтарын уақытында алып тұрады. Бұл сүтті біз жаңағы Талдықорған қаласындағы GLC сүт зауытына өткіземіз. Бізге ол кісілермен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Біз ол кісілермен 4-5 жыл болды деп келетірміз. Сол сүтіміздің жақсылығынан ба, өте жақсы бағамен біздің сүтіміз алады. Күніне сол 10 тоннадай сүт өткіземіз күніне. Арнайы жаңағы GLC-дан өз машина келеді. Алатынбыз машина сол өздері келіп алып келеді күніне. Те фермы, которые сейчас с нами работают, может быть, те единственные, которые нам могут поставить молоко именно такого качества. Мы работали и со сборным молоком, и мы понимали, что качество такого молока может нам предоставить только ферма. И, соответственно, такого высокого качества поставляемое сырье позволяет нам вырабатывать высококачественные молочные продукты, которые потом находятся у вас на вашем столе. Отдельные слова благодарности я как раз и хочу сказать сотрудникам фермы. Это люди, которые так же, как и мы, 365 дней в году находятся на работе. Это те люди, которые встают в 4 часа утра и пытаются именно к вашему столу предоставить вот ту продукцию, которую... Находимся на товарищ с ограниченной ответственностью ТО GLC СЮД. Молоко приехало, оно предоставлено из Алматы, Алматинской области, более 20 тонн. Также вторая машина, это у нас приехала из Киргизстана. Больше 30 тонн молока доставляет Киргизия. Молоко высокого качества доставлено. Ну, в первую очередь мы принимаем сырье на основании ГОСТа, который существует в Республике Казахстан. Последний ГОСТ, в котором мы сейчас работаем, это ГОСТ 2019 года. Называется он «Молоко коровье сырье». Там указаны все параметры, то есть все физико-химические показатели и все микробиологические показатели. Молоко делится на три категории. Это молоко высшего сорта, молоко первого сорта и несортовое молоко. Ну, я могу сказать только одно. Мы принимаем молоко только высшего сорта. Еще мы дифференцированно рассчитываем два показателя. Это белок и это жир. Принимаем мы молоко по базису. То есть от этого тоже зависит стоимость молока. Ну и для того, чтобы сдавать к нам молоко, оно должно быть просто чистым. Чистым и соответствовать всем показателям. В данный момент мы находимся в
товарищество ограниченной ответственностью GLC СЮД. Это у нас производственная лаборатория на данный момент. Все сырье, которое поступает у нас с молочно-товарных ферм, охлажденное до 4 градусов, отбирает лаборанты анализы, то есть определяет все физико-химические показатели. Это определение кислотности молока, жира и плотности молока. Все поступающее сырье отвечает требованиям ГОСТа. Для молока высшего сорта это должно быть, во-первых, молоко охлажденное с температурой от плюс 2 градуса до плюс 4 градусов. Оно должно быть по чистоте первой группы. Плотность его должна быть не менее 1,028. Кислотность должна быть от 16 до 18 градусов. И жир должен быть не менее 3,6%. Мы с вами сейчас подойдем к приемному отделению, где у нас молоко после добра лаборатории проходит через насос, через молокосос, очиститель. Здесь у нас насос для приемки молока, который у нас сразу же отсчитывает количество молока, которое проходит через весы, которые у него установлены внутри. Здесь вы можете увидеть то количество молока, которое уже прошли через него. Это в литрах. Здесь вы можете увидеть, это у нас идет охлаждение молока. Несмотря на то, что сперму там поступает уже охлажденное молоко, мы его дополнительно пропускаем через охладитель. И вот он по вот этим вот трубам после охладителя идет к очистителю-сепаратору. После этого насоса у нас молоко приходит к сепаратору-очистителю, где у нас молоко очищается. После очистки молоко попадает у нас в аппаратный цех. Все идет по трубам, которые вы можете увидеть здесь. Вот сюда молоко поступает с этой трубы в очиститель. С очистителя он идет вот по этой трубе и дальше идет сюда, в эти танки, промежуточное хранение. После танков, как только наполняются все танки промежуточного хранения, они отправляются в нормализацию, где у нас уже идет процесс нормализации молока, кефира, сметаны и творога. Вся нормализация процесса у нас идут в потоке. То есть там же сепарируется, сразу же идет нормализация, подбирается по жиру, сразу набирается в танк, допустим, молоко 2,5, молоко 3,2. Кефир 2,5-3,2 или та же сметана 15%, 20%. И промежуточного хранения. Молоко мы приняли, пропустили через насос, через сепаратор-очиститель и также продолжаем хранить его здесь охлажденным, то есть есть рубашка, где оно у нас содержится лед, вода, который охлаждает для того, чтобы оно у нас не пропало. Мы его держим охлажденным. Как только у нас на этапе переработки освобождается место для свежего молока, мы начинаем его отправлять туда для переработки. В данном одном танке у нас хранится 10 тонн молока, а здесь у нас этих танков считается 7. То есть 70 тонн молока мы здесь можем хранить до начала переработки. Здесь у нас аппаратный цех. Здесь вы можете видеть 5-тонный пастеризатор, гомогенизатор. Он у нас отвечает за пастеризацию сливок для сметаны, также сметанного продукта. Дальше вы можете увидеть здесь танки для аппаратного цеха. Здесь у нас их
5 штук. В каждом танке у нас вместимость 10 тонн. То есть в каждом танке у нас по 10 тонн молока перерабатываемого. Это у нас малый пастеризатор, он однотонник. Сепарации он предназначен для масла. В большинстве случаев мы используем его для пастеризации сливок, предназначенных на масло. Щит управления. То есть на данном щите мы можем запустить полностью систему с помощью нажатия на данные кнопки. Можем запустить танк на перемешивание или же на отправку для пастеризации. Здесь у нас установка пластинчатый пастеризатор мощностью 10 тонн в час. Оно все идет, вот данное оборудование, оно идет итальянского происхождения, производства. За пастеризатором стоит гомогенизатор. То есть это полная пастеризационная гомогенизационная установка, которая у нас пастеризует нормализованный продукт. Продукция у нас пастеризуется, нормализуется в потоке. То есть мы сепарируем в тот же момент сепарирования, когда у нас в один бак отходит сливки, в другой отходит обратно. Но в то же время через третью трубу у нас уже сразу идет нормализованное молоко в танк. Допустим, в этот танк мы можем отправить молоко 2,5, там 10 тонн. Как только оно наполнится, мы можем отправить следующий танк, то есть жирности 2,5, также 2,5 или же 3,2. На данном табло мы управляем данными танками. Вы можете увидеть, где что у нас работает. Процесс пастеризации, он убивает все патогенные микроорганизмы. Он дает нагревание молока до 100%. При этом он сохраняет в себе полезные качества, свойства молока. Помогает ему дольше сохраниться. Благодаря эффективной пастеризации молоко у нас хранится 7 дней сроком. У нас идет переработка сырья. Здесь у нас уже на втором этаже на антресоле хранение готовой продукции, которая должна отправиться в розлив. Здесь у нас на 17 секторе сметанный продукт, 18 сектор, а также 16-17 сектор это у нас кефир, молоко и снежок. С этих со всех танков у нас фасовка отправляется вниз на оборудование. То есть с этого танка вот оно по линии. Дальше оттуда пошла вниз через трубы и подошла к автомату. И дальше идет фасовка с автомата. Сметана у нас ставится на охлаждение на 30 минут. После охлаждения он у нас перемешивается и далее отправляется на фасовку. Фасовка занимает около 4-5 часов, именно сметана. Кефир фасуется около 2 часов. И также молоко около 4 часов. Фасовка идет в зависимости от количества готового продукта. То есть чем больше количество продукта, тем дольше занимает процесс розлива. Если меньше количество, значит розлив тоже будет по времени идти меньше. Но так как у нас все танки заполнены, сметана у нас фасуется около 5 часов, кефир 2-3 часа и остальные 4-5 часов у нас фасуется еще молоко. Также где-то 3 часа фасуются снежки. Это у нас фруктовые, а также ванильный снежок. В данном кабинете у нас сидят операторы MCC, которые управляют всеми процессами на производство. Несмотря на то, что у нас везде работают люди, у нас вся система идет автоматизированной. В этом кабинете у нас осуществляется полный контроль над всем процессом производства, который ведется от приема молока до конца фасовки. То есть пока полностью продукция не расфасуется и не уедет в холодильную камеру для хранения. Мы на протяжении всего этого времени формируем коллектив, и сейчас могу сказать только одно, что коллектив в принципе сформировался.
Все те, кто сейчас у нас молодые люди, занимают руководящие посты, средний возраст этих сотрудников 26 лет, это и главный инженер, это и главный энергетик, это начальник производства. Так как мы относимся к группе компаний, и наши заводы находятся и в Евросоюзе, и за границей, и в странах СНГ, мы имеем возможность отправлять наших сотрудников на стажировку за границу. Оплачивается абсолютно все. Перелет, проживание, обучение. Сохраняется заработная плата здесь, на предприятии. Очень многие люди впервые вообще выехали куда-либо вообще, не говоря уже о том, чтобы полететь куда-то за границу. То есть мы вкладываем деньги в наше молодое поколение. И считаем, что это самое главное вложение. Вообще позиция предприятия такая, и руководство в целом, что все-таки самое главное на предприятии – это люди. Если вы сформируете хороший коллектив, то проблем, наверное, будет меньше всего, потому что это будут уже единомышленники. Это те люди, которые будут работать вместе, сплоченно, и поддерживать или подставлять свое плечо. Здесь у нас оборудование «Профитек». Оно у нас для фасовки йогурта, который находится вот в тех баках. Оно туда, в эти баки, где пастеризованная смесь добавляется, нужный наполнитель, размешивается и далее отправляется на фасовку. Оно сначала поступает сюда, в этот бак. С этого бака, как вы можете видеть, вот оно выливается в стаканы, и дальше оно запаковывается и идет на фасовку. Собирают по коробочкам, формируют, собирают поддоны. Как только собирается поддон нужное количество, грузчик забирает его на охлаждение в камеру готовой продукции. Здесь у нас аппарат «Эликсер». Он работает в два ручья. За производительность данного автомата в один час от 4 до 5 тонн готовой продукции. На данном автомате у нас на данный момент фасуется кефир 2,5. Этот эликсер 1, он предназначен для расфасовки кисломолочных продуктов. То есть здесь фасуется только кефир, а также все виды снежка. У нас есть второй автомат, эликсер такой же данный, но на нем фасуется только молоко. Молоко 2,5 и молоко 3,2. Автомат, он полностью автоматизирован, то есть попадание сюда лишних предметов, это невозможно, потому что если стоит только открыть дверцу автомата, автомат полностью остановится и придется его перезапускать заново. Дата ставится также автоматически, вы можете это увидеть, мы ее сами не проставляем, вот она, мы ее задали, эту дату, которая нам нужна, все, автомат нам ее проставляет, дальше отправляет. Каждый вес пакетика проверяется на контрольных местах. На этом предприятии GLC Suit я работаю уже 8 лет. Начинала с фасовщицы, вот сейчас я сменный мастер, уже достигла высот. Очень горжусь своей работой, мне она нравится. На работу я прихожу с удовольствием, делаю свою работу. Также коллектив, очень хороший коллектив, все дружны, все друг другу помогаем. Продукция очень хорошая, вкусная, все натуральное. Вы сами видите, что мы изготавливаем, как изготавливаем, что у нас такая чистота, порядок. Все исполняют свою работу. Такой же здесь у нас стоит аналогичный автомат «Эликсер». Он у нас предназначен для расфасовки молока. Как видите, процесс полностью автоматизирован. Попадание инородных предметов исключено.
В этот бак по трубам поступает молоко с танка, точно так же по трубам. Также он далее идет вот, вот здесь. Вот вы можете увидеть трубу, которая у нас дальше выливается вот, в пакет молоко. Дальше он разрезается, и вы можете увидеть готовый пакет молока. Дата точно так же выставляется сразу. Никто ее не исправляет, не ставит то, что он хочет. Какую дату выставили, ту дату поставили, и пасуем дальше. В день пасуется около 40 тонн молока. Осы жерде істегеніме міне 5 жыл болды. Өте жақсы, жағдайымыз жасалынған, өте таза, өнімдері сапалы, өзімізде қолданамыз осы, осы немізді, сүтін, ірімшігін бәрі өте сапалы, сүтте, творогта, сметана бәрі өте дәмді. Жұмысты біз 2 күн демалып, 2 күн істейміз. Нормализации смеси для творога и творожного продукта данные ванны заполняются смесями, которые были подготовлены, пастеризованные смеси. Дальше туда заливается закваска, специальная микрофлора, которая предназначена для заквашивания творога, а также творожного продукта, чтобы в дальнейшем мы получили хороший, качественный творожный продукт, также творог. С утра, когда мы приходим, лаборатория проверяет, проводит анализы, смотрит по кислотности, смесь подошла или нет. Как только смесь подходит по кислотности, мы ее разрезаем и начинаем варить. Как только мы этот творог сварили, через данные трубы сюда вставляется мешок. В этот мешок сливается смесь с танка готовая, творог сваренный. Дальше он отправляется в охладитель Митрофанова. В охладителе он... идет прессование, самопрессование, а также охлаждение. Вот вы здесь можете увидеть, как девочки уже охлажденный творог скидывают с Митрофанова в тележке. Они уже готовый продукт отправляют на охлаждение для дальнейшей фасовки. Как только они наполнят эту тележку творогом, они ее взвешают и отправят в камеру хранения творога. Здесь у нас свежий творог, который готов к употреблению, но перед тем, как отправлять его на расфасовку, нужно его охладить, потому что температура в нем все-таки она недостаточна для фасовки. Это у нас охладитель для творога, он предназначен для охлаждения. Здесь в этих трубах у нас пропускается лед, вода этим методом. Также внутрь складываются мешки с творогом, который у нас уже сварился. Мы их складываем, закрываем дверцу, вот так вот оно закрывается и запускается. То есть он начинает крутиться, прессоваться, и лишняя сыворотка, которая не должна присутствовать в твороге, отходит. Здесь у нас идет распасовка творожного продукта по полкилограмма, по 500 грамм. То есть тот творог, который мы уже скинули в тележки, отправили в охлаждение, в камеру, как только он охлаждается, набирает готовой температуры, мы его сюда привозим, вон он стоит у девочек, и девочки набирают пакеты, и дальше в дальнейшем начинают расфасовывать. После того, как они его набрали в пакеты, они его раскидывают по коробкам, в каждой коробке по 20 пакетов. Как только 20 пакетов набралось, девочки его запечатывают и собирают в коробку. И отправляют в камеру готовой продукции. Мен осы жұмысқа 3 жыл бұрын зертханаға жұмысқа тұрған болатын. Одан кейін мастер, смены мастерға ауысып, қазір осы өндірістің участок басшысы боламын. Менің жұмыс міндетім осы технологический процестің бәрін басқарам.
фасовки сметаны, четырехрядный, как вы можете увидеть. За один раз он выпускает сразу 4 стакана. Производительность данного автомата это где-то около от 5 до 6 тысяч стаканчиков за 1 час. То есть емкость 5 тонны он закончит буквально где-то за 2 часа. И он наливает 4 ряда сразу. Сметана точно так же, как все готовые продукты, с утра приходит, проверяет лаборатория. Как только продукт достигает нужной нам кислотности, продукт охлаждается и отправляется на фасовку. То есть если по качеству продукт не соответствует данным требованиям, а он на фасовку не отправляется. Продукт проходится и отправляется на переработку. Девочки катают курт 600 килограмм. Это 35-34 тысячи штучек в день курта катается. Курт у нас производится бабушкиным методом. Берем творог, солим его, перемешиваем. И вот как девочки катают ручками, как раньше, как в детстве нас бабушки учили, точно так же берем и катаем. Вот такие листы девочки его складывают, потом эти листы собираются у нас вот в такие стеллажи. И с помощью подъемника, грузоподъемника, он поднимается у нас на второй этаж, где у нас находится тушка курта. Которые мы выпускаем, это кисломолочная, это творожная группа, это группа йогуртов, это масло, это молоко. Вот. И 8, сразу хочу сказать, что мы работаем как на натуральном сырье, так у нас есть молокосодержащие продукты. Молокосодержащие продукты на 50% состоят из натурального сырья. То есть это имеется в виду, что молоко коровье натуральное, и 50% это восстановленное молоко. 80% у нас это натура и 20% молокосодержащие продукты. Все, что вам необходимо, вы можете увидеть на упаковке, прочитав ее. У нас абсолютно разграничены потоки, и мы все указываем маркировки. Ежедневно по городу Талдыкурган Алматинской области мы отпускаем 20 тонн молочной продукции. Это 10 машин, 12 машин иногда. На город Алматы отпускаем 4-5 фур. Общий объем примерно 50-55 тонн молочной продукции. Продукции очень хорошо идут, тем более сейчас у нас поднялась продажа
молоко 3,2 мы берем примерно 60 штук в день уходит, даже может быть 80. 2,5 то же самое. Самые необходимые сметаны, твороги есть весовые, и сливки очень вкусные. Йогурты в основном берут детям. Не только дети кушают, у нас тут все покупают, и взрослые, и детям покупают. Снежки, вот три вида есть. И курт у нас самый ходовой, тоже курт, она хорошо идет, даже забирают его, много коробок. И ряженка есть сама по себе, берут его, он тоже очень вкусный. И кефир 2,5, 3,2 кефира. Мне очень нравится продукция GNC, особенно йогурт, тут очень вкусный, особенно нравится детям. Я тут всегда покупаю, мне очень нравится. Заходите, берите, все очень вкусно, всегда-всегда свежее. Продукция нравится. Вкусное. Приходим, покупаем. Всегда свежие. Все молочные продукты. Очень вкусные. Да все нравится. Мне и творожок нравится, и ряженка, и молоко, сметанка. Все продукты, и мороженое тоже. Значит, один завод у нас находится в Румынии. Два завода у нас находятся в Молдове. Один завод, предприятие у нас находится в Германии. Два предприятия у нас находятся на Украине, и два предприятия у нас находятся в Казахстане. Это фабрика по производству мороженого. Называется она «Айсмастер Айскрим». Во всех наших фирменных точках вы можете видеть наше мороженое также в категории «БЦ», в категории «Б+» и в категории «А». Это наше мороженое, мы его производим. Это тот же самый наш казахстанский бренд. И я просто советую, чтобы вы все-таки попробовали и оценили вкус этого мороженого все. Два предприятия, GLC Суд и Айсмастер Айскрим, это единое целое. Синица. Маган, пожалуйста, айрам. Екеде бес. Бір қаймақ берсеңіз. 15. 15. Үлкен ба? Үлкен. Сосын? И творог. Пачка, да. Пачка, да. Часто покупаю. Очень хорошая продукция. Мне нравится. Очень вкусная продукция. Качественная, можно сказать. Я беру кефир, молоко, творог, сметану. Очень вкусная продукция. Рекомендую. Планируем запускать сейчас еще дополнительно. Это линия «Форван». Значит, производство и розлив молока в ПЭТ-бутылку. Точно так же мы сейчас, наши технологи совместно с технической службой, отработали несколько видов новых йогуртов. Это йогурт-гранат, йогурт-клубника-голубика и йогурт-апельсин. Поверьте мне, изумительнейшего качества. Для того, чтобы отработать полностью и выпустить сейчас, когда у нас выйдет в производство где-то, наверное, в течение 2 недель, потому что мы ждем именно фруктово-ягодные наполнители. Вот, и ждем оборудование, на котором мы будем фасовать. Оборудование у нас придет как раз к концу февраля месяца, и, наверное, в этот же момент у нас должны будут подойти фруктово-ягодные наполнители. Есть еще один очень большой плюс в этом во всем, то, что упаковка будет полулитровая. То есть любая семья сможет приобрести для себя, не только взять литр какого-то одного продукта, а может взять по пол-литра, в конце концов, разнообразного ассортимента йогурты. Мое пожелание все-таки, я хорошо подумала, и я думаю, наверное, все-таки мир. Пусть будет мир у нас у всех, пусть будет здоровье в наших семьях, здоровье у наших близких, и с любовью, GLC.